Представляем вашему вниманию систему городского транспорта второго уровня от компании «Дахир Иншаат». Основная проблема любого большого города – пробки. Они не только приносят многомиллиардные убытки, но и буквально парализуют работу жизненно важных городских служб. При этом зачастую из-за плотной застройки городов для расширения транспортной инфраструктуры нет ни технической, ни финансовой возможности. Мы в компании «Дахир Иншаат» уверены, что единственным решением этой проблемы является использование транспорта второго уровня и разработали универсальную пассажирскую транспортную систему, вписывающуюся в уже готовую городскую инфраструктуру, но при этом не зависящую от остальных участников движения. Благодаря 6 подвижным телескопическим опорам наш транспорт движется над основным потоком по специальному стальному рельсу и с легкостью преодолевает любые пробки. Каждая опора оборудована собственным приводом и датчиками, реагирующими на происходящее вокруг опор. В случае необходимости транспорт может перешагивать препятствия на своем пути, что позволяет ему не зависеть от дорожных условий, например, аварий, блокирующих движение. Система работает автоматически и обеспечивает уровень безопасности, недостижимый для других видов транспорта. Управляемая высота опор и их подвижность также позволяют не зависеть от габаритов других участников дорожного движения и делают транспорт очень маневренным. Радиус разворота всего 30 метров. При этом существующая сеть дорог требует минимальной модернизации. Для установки рельса достаточно проштробить небольшой участок дорожного полотна и уложить в нем стальные пластины. Корпус транспорта выполнен из карбона, а днище — из сотовой панели, что обеспечивает одновременно легкость и прочность конструкции. Салон вмещает 200 комфортабельных кресел, а на крыше смонтированы гибкие солнечные панели, подпитывающие аккумуляторы. Подзарядка батарей также осуществляется во время посадки и высадки пассажиров. Заряда, полученного за минуту, достаточно, чтобы транспорт проехал 1-2 остановки. Мы разработали десятки различных вариантов посадочных станций, которые впишутся практически в любой архитектурный стиль города. За счет расположения на высоких колоннах они не занимают много пространства и спроектированы так, что легко могут стать центром жизни района. Здесь можно расположить магазины, кофейни, рестораны, офисы и общественные учреждения. А постоянный и стабильный поток людей, проходящий через торговые площади, делает их очень привлекательными для инвесторов. Наша транспортная система удобна, экологична, не зависит от дорожных условий, не требует каких-либо существенных изменений в существующей инфраструктуре города. Более того, она в десятки раз дешевле, чем, например, метро. Бюджета в 7 миллиардов долларов достаточно, чтобы с нуля создать полноценную транспортную инфраструктуру второго уровня, включая сеть из более чем 200 остановок и пересадочных станций, поезда, станции обслуживания, модернизацию дорог и так далее. При этом мы создаем привлекательные условия для инвесторов любого масштаба. Ведь иметь торговую сеть внутри транспортной системы, через которую проходят сотни тысяч людей, это уникальная возможность для увеличения продаж. Все крупные города мира неизбежно продолжат уплотняться и расширяться. И единственный способ решить проблему пробок — использование второго и третьего уровней над существующим дорожным потоком. Поэтому мы также продолжаем разрабатывать и патентовать и другие виды транспорта второго уровня, каждый из которых обладает своими преимуществами и уникальными возможностями. Наш транспорт наверняка преобразит вид ваших городов, и эта технология будет доступна в ближайшее время по всему миру. Мы настолько уверены в потенциале нашей транспортной системы, что беремся сами спроектировать и построить ее на коммерческой основе, не потратив ни одного рубля из бюджета ваших городов. Единственным условием с нашей стороны будет получение права собственности на всю построенную нами инфраструктуру и ее эксплуатация в течение 100 лет. При этом мы готовы взять на обслуживание и ремонт всю дорожную сеть вашего города с сохранением существующего бюджета на ее содержание. Если вам не безразлично состояние дел в вашем городе, или вы хотите узнать о возможности инвестирования в наш проект, просто свяжитесь с нами.
Feel free to contact us and learn more about technologies offered by Dahir & Schatt.